Группа компаний «Союзнаб» – российский лидер в области исследований, разработок и производства продуктов для всех отраслей пищевой промышленности. Структура холдинга включает производственный комплекс «Зеленые линии», агропромышленный комплекс «Зеленые линии Калуга», научно-исследовательский центр, складской и логистические комплексы. Производственное подразделение холдинга «Зеленые линии» выпускает более 60 тысяч тонн готовой продукции в год. Мощности компании размещены на трех площадках – в городе Красногорск Московской области, в Калужской области и в городе Фергана Республики Узбекистан. Более 50 цехов выпускают 2000 товарных позиций, глазури и жировые начинки, многофункциональные стабилизационные системы, пищевые красители, фруктово-ягодные наполнители, сухие смеси для приготовления кремов и мороженого, мармеладные шарики, улучшители и смеси для теста, жидкие растительные сливки и многое другое. Весь цикл производства администрируется по стандартам международной системы менеджмента качества. Среди производств есть уникальные, например, выпуск инкапсулированной ароматики. В ассортименте компании более 5000 ароматизаторов и вкусоароматических добавок. Около 30% из них производится на базе инкапсулированных ароматизаторов. Современный завод по выпуску бактериальных культур не имеет аналогов в России. Технологический процесс организован в соответствии с самыми жесткими требованиями к предприятиям фармацевтической отрасли. Имеющиеся мощности позволяют производить заквасочные культуры для молочной отрасли, защитные, пробиотические, стартовые культуры и натуральные консерванты, биоконсерванты для сельского хозяйства. В коллекции компании более 3000 производственно-ценных штаммов. Молокосырье высочайшего качества собственной фермы агропромышленного холдинга «Зеленые линии Калуга» используется для выпуска сухого йогурта, творога, сметаны, карамелизированного молока, а также мягких сливочных сыров. Научно-производственное объединение «Зеленые линии» осуществляет полный цикл производства шоколада и шоколадной глазури с момента закупки и переработки какао-бобов до выпуска конечной продукции. Какао-продукты производятся по эксклюзивной технологии из купажа лучших сортов какао-бобов, произрастания Кот-д'Ивуар, Гана, Индонезия. Научно-исследовательский комплекс, где создаются и тестируются новые ингредиенты, располагает уникальным набором оборудования, в том числе техникой хроматомасс-спектрометрии, включая газовый хроматограф, масс-спектрометр, парафазный дозатор. Много лет в компании успешно работает группа разработчиков-флейвористов, высокий уровень квалификации которых подтвержден сертификатом Британской ассоциации флейвористов. Целая серия уникального оборудования используется в разработке бактериальных культур. Роботизированная станция швейцарской фирмы Tecan позволяет за один цикл работы анализировать 96 колоний культур. Масс-спектрометр Microflex Moldytov дает возможность идентифицировать за один этап 96 штаммов по родовой и видовой принадлежности без трудоемких подготовительных операций непосредственно из колонии, выросшей на чашке. Время анализа не более 1,5 часов. PH-система ICNAC позволяет точно отслеживать кривые окисления одновременно 32 бактериальных культур в автоматическом режиме, исключая влияние человеческого фактора на получение данных. Гарантией качества продукции группы компаний «Союзнаб» является испытательно-лабораторный центр, занимающий по своему техническому оснащению одно из лидирующих положений в стране и применяющий более 2000 методик. Современное оборудование позволяет определять в готовых продуктах ГМО, тяжелые металлы, токсичные элементы и многое другое. Пробные выработки и отработка рецептур продуктов по заказам клиентов проводятся в пилотных цехах. Стабильность и кратчайшие сроки поставок обеспечивает мощный логистический комплекс компании, объединяющий филиалы в России и странах ближнего зарубежья. Современная информационная система, разработанная специалистами IT-департамента, позволяет отслеживать складские запасы, планировать закупки и управлять схемами поставок товаров клиентам.
Более 7 тысяч предприятий пищевой отрасли в России и за рубежом уже выбрали группу компаний «СоюзНАП» для делового сотрудничества. Мы выражаем благодарность своим партнерам и приглашаем к сотрудничеству новые предприятия.